Чем опасна хурма? Хурма – это фрукт, а также это... Она вяжет. Это понятие определенное тоже. И, друзья, в этом есть определенный смысл. Итак, хурма, она не только вяжет, она содержит... Грубые волокна могут спровоцировать обострение или появление дивертикулеза, такое заболевание кишечника. Кроме того, хурма способствует в целом замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение определенных заболеваний или приводит к их рецидивам. А какие это заболевания? Какие это заболевания? Это склонность к запорам, выраженное обострение геморроя. Так. Этого достаточно, в принципе, для того, более чтобы... чем достаточно. Давай на этом закончим. Для того, чтобы держать хурму от себя на почтительном расстоянии. Тут увлечение хурмой. То есть не надо ее переедать. А у нас, кстати, сейчас заканчивается сезон гранатов и неожиданно начавшийся сезон манго тут у нас по Москве. Да. А тут начинается сезон хурмы. Так что не набрасываемся на нее. Конечно. Вот и все. А то там очень грубые волокна. Ведь всякая хурма в зависимости от дозы может быть как лекарством, так и ядом. Как сказал еще Парацельс. Давайте. Итак, значит, учитывая сезон хурмы, что мы можем пожелать нашим зрителям? Попытайтесь себя избавить от запора и геморроя. Все. Да, нет, еще. Чтобы спокойно дождаться сезона мандаринов. Вот там уже, конечно, можно отрываться. Хотя мы обязательно найдем минусы в этом сезоне. Как же все оживились. Только сахар и диабет.